Всем добрый день! Это Фельдман Экопарк, и мы продолжаем нашу рубрику «Экопарк снизу». Сейчас мы будем брать наших самых маленьких и самых любимых посетителей Фельдмана Экопарка и задавать им всевозможные вопросы о животных. Давайте посмотрим, что из этого получится. Сколько тебе годиков? 4? Ну, каждый раз по-разному. Почему рак не умеет свистеть? Ну, потому что у него рот до конца не открывается. Потому что у него нет свистка. Потому что он щипает. Он еще не научился. А когда он научится? Ну, когда вырастет, ну, научится. Не умеет свистеть, потому что он умеет плавать. Если бы она умела свистеть, то под нее была специальная дырочка. А там нету дырочки, а большая дырочка. Потому что у него не пальцы, а клешни. Все животные не умеют свистеть. Абсолютно все? Да. Ну, кроме птиц, они могут чуть-чуть свистеть. Кто такой бегемот? Это слон, у которого клыки. Он делает вот так. Кто такой гиппопотам? Обезьяна. Большое существо, которое живет в речке. Пятитонное животное, которое обитает в Африке. Такой бегемот. Бегемот. Как ты думаешь, какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? Передние. А почему? Ну, когда он становится на них, то он может там достать до дерева, куда хочет. Думаю, передние. А почему? Ну, потому что это если логически еще думать, как жираф мог стоять, если передние короче, вот так, как будто бы в стойке. Они одинаковые. А почему ты так думаешь? Я видел жирафов, и везде у них одинаковые ноги. А длиннее передние, потому что голова очень тяжелая, если бы были передние ноги короче, то он бы падал все время. Задние. А почему именно задние? Потому что... Потому что у человека задние ноги длиннее, значит, и у жирафа длиннее. Как ты думаешь, почему летучие мыши любят спать вниз головой? Потому что там им удобно. Неудобно кровати спать. Чтобы за ночь у них прибавилось больше мыслей. Они гимнасты. Не спит никто. Вообще никогда? Нет. А как они отдыхают тогда? На небе. Потому что они между кровати спят. А на кроватях кто спит? Мыши. Обычные? Да. Это такие животные, они любят вниз головой спать. Потому что если они будут стоя спать, им будет так неудобно. Если они лягут на камни, им будет тоже голове неудобно. А вниз удобно. Они держатся за дерево тогда и ногами, и все. Боятся его потерять, да? Да, и у них еще кровати нет. Как ты думаешь, могут ли дружить белый медведь и пингвин? Да. А почему ты так думаешь? Потому что они вместе живут в одной... Ну... Квартиру вместе снимают, да? Нет. Если медведь не такой голодный, то могут дружить. Не умеют. Ни тот не умеет? Нет. А почему ты так думаешь? Потому что он ничего не хочет делать. Кто именно? Пингвин. В общем, они живут в Антарктиде, и там им все равно нужно существовать вместе, потому что они погибнут. Они в разных полюсах Земли живут, а если бы в одном месте жили, медведь бы съел пингвина. Даже если 100 пингвинов, он бы всех их съел. Конечно, нет, белый медведь усы есть. А если будет 100 пингвинов? Они его съедят. А если будет 2 медведя и 100 пингвинов? Не получится. Да. А почему? Ну, потому что все животные между собой как-то связаны. А теперь правильные ответы.
Кто такой гиппопотам? Это, конечно же, бегемот. Какие ноги длиннее у жирафа, передние или задние? Они одинаковые. Могут ли дружить белый медведь и пингвин? Нет, не могут, потому что белый медведь живет на Северном полюсе, а пингвин на Южном. Почему летучие мыши любят спать вниз головой? Это физиология, им так удобней. И последний вопрос. Почему рак не умеет свистеть? Потому что у него нет свистка. Вот так вот, дорогие друзья. Это была рубрика «Экопарк снизу». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С любовью, Фельман Экопарк.